Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Барселону. Это олимпийский стадион. Стадион Олимпик Льюис Компанс. Так он называется на каталанце. Это болельщики, которые приветствуют автобус своей команды. Барселона играет здесь в этом сезоне и начнет следующий. А в ноябре говорят, что уже интересно наблюдать каждую неделю. Хотя в последнее время пламя. Выиграли 3-2. На выезде приезжают здесь как будто персонажи разных фильмов. Ну, Серж Роберто дисквалифицирован. Кроме Сержа Роберто, все остальные игроки, которые выходили в старте в Париже. Такая мягкая, хорошая весна. Вы видите, что еще и точки здесь набегают. Так что, как знать, может быть, из-за Барселоны, может, это не вечерняя окраска. Важно ли джедай сказуем? И сейчас, как пишут у них с Реалом, количество, да потому что был один раз финал. На своих, а это Роберт Леван. И мяч уходит от Ламина им. Ну, а это может быть частью тактики Барселоны. Заставить отдавать на Джан-Луиджи Донаруму. Он. Подкат, ну, по мне так чистый. В паре с Кубарси сейчас.